Она дарит радость детям, умеет заразить творчеством. Как занятия рисованием в детстве помогут стать счастливым взрослым? Расскажем в очередном выпуске нашей программы «В год педагога-наставника». Смотрите на телеканале «Самара ГИС» новый эксклюзивный телепроект «Призвание педагог». В этом выпуске 11 октября в 18:45 расскажем о Екатерине Самыкиной, педагоге дополнительного образования ЦДО «Компас» городского округа Самара.